Венки, цветы с траурными лентами. Это могила 15-летней Светланы Дедковской. С девушкой простились неделю назад. Радмир часто сюда приходит. Парень знал Свету. Они стали встречаться за 3 недели до ее смерти. В роковой день, когда Свету убили, Радмир говорил с ней по телефону. Возможно, за минуты до трагедии. Данные следствия, которые стали известны на этой неделе. Светлану Дедковскую душили, били камнем по голове. Способ убийства поражает жестокостью. Подозреваемый 17-летний Илья Куценко. Это бывший парень Светы, они встречались прошлой зимой. Потом расстались, но иногда виделись, общались. Светлана и Илья, по сути, еще дети, а в итоге стали жертвой и подозреваемым. В деталях и фактах сейчас разбираются следователи. Главный вопрос – почему произошла трагедия? Тот основной мотив, та основная причина, которая толкнула его на совершение данного преступления, взрослому человеку понять сложно. И здесь, скорее всего, сходится именно вот ряд факторов. Это несовершеннолетний возраст, несформированность еще до конца личности, где-то какие-то не до конца еще сформированные ценности в жизни. Вот я думаю, что вот это все и толкнуло его на совершение данного преступления. Подозреваемый был один? Следствие еще идет, и до сих пор еще проверяются различные версии. Следователь обязан выяснить причины, мотивы совершения этого преступления. И нет ли здесь вины кого-либо другого. Влияние взрослого, который мог либо как-то сподвигнуть его на совершение этого преступления, либо же каким-то образом не уберег от опрометчивого поступка. Что уже известно, Илью Куценко объявили в розыск на следующий день, как тело девушки нашли в заброшенном здании у столичной 15-й школы. Куценко скрывался, на звонки не отвечал, а спустя несколько дней, 13 декабря, сам пришел в милицию и признался в убийстве. Сейчас подозреваемый под арестом, его допрашивают, проводят экспертизы. Исходя из пояснений самого подозреваемого, готовится заранее к совершению такого преступления, ну, фактически сам еще несовершеннолетний, пострадавший ребенок. Ну, это действительно уникальный случай, и который действительно он взбудоражил, так скажем, и общественность, и нас как профессионалов. Кто свидетели по делу? В списке знакомые и друзья Светланы Дедковской и Ильи Куценко. Радмир рассказывает, он общался со Светой в день убийства. Это был последний звонок, на который девушка ответила. Это было в 3:50. Я позвонил, спросил, где она находится. Она мне говорит, сейчас я поднимаюсь типа в кафешке. Слышал, как она поднималась по лестнице или спускалась, точно не знаю. Слышно было, что в каком-то помещении, я сразу заметил, что как бы, ну, в любой кофейне, типа в ресторане есть музыка какая-то, играет маленькая такая, люди, эхо, шум какой-то. А там вообще ничего не было. Я, соответственно, не поверил, начал нервничать, говорю, а с кем ты? Она не ответила, с кем. Я ей начал задавать вопросы, типа, пусть этот человек скажет что-то в микрофон, типа, чтобы я понимал, с кем ты вообще сидишь. На что 10 секунд была тишина, и потом резко скинула трубку. Я не перезванивал ей минут 15, потом решил позвонить, все-таки уточнить, где она, чтобы подъехать, но уже трубку она не брала. Света и Радмир были вместе с ноября. Он из Владимировки, она из Тирасполя. Ездили друг к другу, виделись каждый день. Должны были встретиться и вечером 1 декабря, когда Света так и не пришла. Я искал ее каждый день везде. Предлагал даже 2 декабря или 3, я не помню, сходить на 15-ю школу. Пятнашка, так еще называют это место знакомые Светланы. Девушка здесь бывала часто. В заброшке близ 15-й школы в Тирасполе и произошло убийство. В этом подвале нашли тело Светы. Здесь у 15-й школы 1 декабря девушка и встречалась с Ильей Куценко. Следствию уже известны детали. Вот как примерно все могло быть. Подростки прогулялись по зданию, поднялись на самый верх. Вид, конечно, отсюда открывается красивый, особенно вечером. Все здания светятся. Это 4-й этаж. Илья и Света там разговаривали, потом спускались по лестнице. На 1-м этаже большое помещение. Тут тоже девушка раньше бывала с друзьями. 1-й этаж, как раз таки возле подвала, там столовая должна была быть, там такое большое пространство. Там как раз таки мы встречались с ними, там с друзьями. Они приходили, мы вот музыку как слушали, да, там танцевали. Заброшку 15-й школы хорошо знал и Илья Куценко. Мы на эту стройку пришли где-то в феврале. Нас туда Илюша привел. Ну, нам все это было очень страшно. Мы говорили Илюше, может, уйдем, но Илюша хотел нам
почему-то, я не знаю, показать эту стройку. Мы начали там ходить, смотреть эту стройку. Как раз-таки на следующий день мы уже зашли, посмотрели подвал. Это тот самый подвал, где произошла трагедия. Заходили через эти двери. Сразу же на полу видим следы преступления, пятна крови и осколки кирпича. Следствие установило, у девушки были раны лица и головы, но нашли ее тело не здесь, в другом помещении, отсюда метров 30. Тело было найти очень сложно, подвал заброшки, как катакомбы, очень много разветвлений, помещений. В одном из них и нашли Свету Дзитковскую. Вот эта комната, одна из самых дальних в подвале. Полная темнота, тело девушки лежало слева в углу, лицом вниз, накрытое досками, ветками, закидано камнями. На стене остались следы, на кирпичах кровь, клочки волос. Что еще известно об отношениях Светланы Дзитковской и Ильи Куценко из того времени, когда они встречались? Всегда, когда приходили сюда, они такие миленькие были, там, обнимашки, целовашки. Ну, когда расстались, они поссорились чуть-чуть, как я помню, и все, потом не общались и начали общаться. Знал Илью и Радмир, все были в одной компании. Года два назад мы с ним знакомы были на Кировском, я часто гулял с пацанами. Он пацан вообще нормальный. Общались с ним, общались, дружили нормально. Типа, каких-то конфликтов таковых у нас не было. Я звонил ему 1 декабря, как раз вот этот же день, потому что у меня сразу упали на него подозрения. Да, я ревновал ее к нему, но она говорила, что мы просто общаемся, мы просто друзья, типа, ничего более. Я позвонил ему, говорю, ты не знаешь, где Свет? Он на что мне ответил, нет, не знаю вообще, типа, а что такое? Я говорю, она пропала, типа. Он говорит, я сейчас с пацанами сижу в подъезде, я слышу, что да, помещение сидит. Говорит, типа, я вообще не знаю, где она. А потом я ему сказал, давай я подъеду, типа, он мне сказал, да смысл. А вот еще факты об Илье. Несколько лет назад он учился в кадетском корпусе, занимался дзюдо, участвовал в соревнованиях. Там какой-то конфликт был, мне просто одноклассник сказал, он с ним в кадетке одной был. Вот, и он сказал то, что его выгнали, потому что он подрался с девочкой. Не знаю, она его то ли спровоцировала, то ли что. Илья перевелся в 8-ю столичную школу, это на Кировском. В этом году он 11-классник. Мог по приколу там, не знаю, повеселиться как-то, задеть, но это все в шутку было. В заброшке у 15-й школы сейчас тихо, а обычно много молодежи, рассказывают местные. Территория открыта, к заброшке ведет тропа, много бутылок, мусора, рядом школьная спортплощадка. Очень страшно. Когда дети идут играть сюда, у меня с собой правнучки и внуки. Это страшно идет, когда играть правнучка 15 лет. Я не разрешаю ее сюда. А так сейчас во дворе, где жила Света Дзитковская. Ну, очень сильно скучаем нам и очень сильно жалко. Не хватает очень сильно этого человека. Она всегда была веселая, всегда постоянно жизнерадостная. Приходила, мы здесь всегда с ней сидели и веселились. Она была опорой, поддержкой, как бы. И как у всех начинающих пар, как бы, были всякие цели, мечты. Хотели вместе провести Новый год, как куда-то съехать, отдохнуть, поехать. Не получилось. На могилу Светы Дзитковской продолжают нести цветы. Девушку похоронили рядом с мамой. Ирина Дзитковская умерла, когда дочке был год. Свету воспитывали тетя и бабушка.